Ну что там, сделай погромче. Хайпанем немножечко. Я прочекал сегодня ютубовский тренд. Рука-лицо. Рука-лицо. Теперь вижу во сне лишь один силуэт. Сергея Дружко. Сергея Дружко. Хован с перепоя решил стать певцом. Все дело в певце. В стакане певцо. Тут и Ларин на батле забыл свой куплет. 15-й год. Всем ни капли не стыдно за весь этот бред. 15-й год. 15-й год. Соколовский вернулся в ютуберский свет. Снова в игре. Почти ауе. Раньше в бессонных ночах с ютубом встречали рассвет. Ложусь не в постель, а проснувшись, я чекаю, что вошло в тренд. Ютуб заболел, ему срочно нужно сделать апгрейд. Увидев работу Нугаева, я посидел. Больше просмотров? Нет, нет. Больше просмотров? Нет. Ты думаешь, мне нужны деньги? Мне нужен годный контент. Хочу в новый тренд, чтоб Андрюха Малахов позвал на ПГ. Сегодня от всех отписался, доволен, пореже хожу в туалет. Я сниму, что хочу, а ты нет. Я сниму, что хочу, а ты нет. Для тебя это шок, заминирую со шлепа, как тот самый дед. И взорви интернет. Услышав сейчас трек, ты подсел, скажи это мамке скорей. Я сам скажу, ладно, забей, сам скажу, ладно, забей. Им плевать, что мы будем им говорить, им плевать, что мы будем им говорить. Они пишут коммент, что за говно, но продолжают палить. Им плевать, что мы будем им говорить, им плевать, что мы будем им говорить. Пусть дальше пишут свое говнецо. Рука-лицо, я прочекал сегодня ютубовский тренд. Рука-лицо. Рука-лицо, индусы недавно подняли монет. Засрали весь тренд. Хабан с перепоя решил стать певцом. Все дело в певце.